Вот такие вот алмазные мозаики завезли, есть такие вот симпатичные картинки. Здесь вот просто весна или осень, а это осень, наверное. Весна, да, это осень, листья желтые, осень, извиняюсь. Такие вот дома есть. В общем, выбор действительно очень большой. Вот такой вот есть. Такая вот. Цветы вот просто. Мне вот больше всего вот это нравится. Здесь у нас что? С этой стороны. Вот есть Лос-Анджелес. За рулем автомобиля. Еще Лос-Анджелес. Цветы вот такие вот. Ну и все. В общем, выбор действительно очень большой. Размер 40-50. Алмазная мозаика. Так. Это светильник какой-то. А где ценник на мозаику? Вот он. Где-то здесь, наверное, должен быть, да. 394,90. Смотрите, завезли еще такие вот, называется стул, ведро с крышкой. То есть и ведро, и как бы стул можно посидеть, но мне кажется, он очень хлипкий, выдержит там максимум до 50 килограмм, не больше. Ненадолго. Вон он еще вот так вот оно идет. Есть ручка. То есть зачем стул, ведро, я не понимаю. Ну типа идешь мусор выбрасывать, ждешь лифт, сел, посидел, отдохнул или для чего? Вот цвета есть всякие разные, есть вот розовенькие, такие синенькие, фиолетовые. Цена, так, объем 10 литров, цена 311,90. Ведро Солано, Солано производитель. Еще такие вот батончики зефирные завезли, как-то они уже одно время здесь были. Очень вкусные, мне очень нравились, мы с женой часто покупали. Но была коробочка поменьше, половину примерно, где-то вот такая вот маленькая была коробочка, сейчас такую большую сделали. Ну да, 750 грамм, 197,90. Батончики со сгущенкой, забыл сказать. Вот здесь идет потом белая прослойка, и внутри сгущенка вон там. Вон. Очень вкусно, действительно, прям очень вкусно. 197,90. Как начинает теплеть, подводят всякое для сада. Это у нас получается скамейка садовая. И на ней получится работать в огороде или как, я вот, честно говоря, не понимаю. Напишите в комментариях, если я буду не прав. Сейчас расскажу вам свою версию. 718,90. Я так понимаю, вот перед грядкой ее ставишь, сюда ложишься пузом, туда лицом и работаешь. То есть не как бы раком нагинаясь, а вот лежа, в полу таком лежа в состоянии. Сюда как бы колени, сюда на живот садишься и работаешь в огороде. Не знаю, напишите, так это или не так, но я не понимаю, зачем она туда вообще нужна. 718,90. Еще такие вот горшки большие завезли, были до этого такие только маленькие. Сейчас появились такие вот большие, тоже с прикорневым поливом. Выглядит прям очень стильно. Сочетается кашпо и поддон. Создавай свой Амстердам. Амстердам. Так, цветок, ой, горшок так и называется, Амстердам. Арстендам, не могу выговорить. 8 литров, 228,90. А были вот такие вот на 4 литра. Тоже с прикорневым поливом. Такого цвета и вот такого цвета, розовенького. 114,50, 4 литра. Ну, то есть цена в два раза отличается. 4 литра и 8 литров. Здесь цвета только одни. Такие желтые, бело-желтые какие-то. С оттенком белый, с оттенком желтизный. Вот. Соус Балтимор какой-то новый появился. Раньше было только сырный, вон там лежит. Сейчас покажу. Вот он. Где он? А вот он. Соус сырный. А сейчас вот какой-то соус с лесными грибами, с луком и петрушкой. Идеально курицы и пельменем. Вот для любителей пельменей. Знаете где купить соус. Балтимор производитель неплохой. Я покупаю такой вот кетчуп от него и вот такой вот соус сырный, очень вкусный. Сейчас вот завезли вот такой с лесными грибами, с луком и петрушкой. Цена 47, 400 грамм, ну как и сырный, в принципе, цена такая же. Такие вот кувшины для очищения воды завезли, вот есть в комплекте сразу. Я так понимаю, это фильтр, да, это фильтр. Что там еще? Ну и сам, собственно, вот такой вот кувшин. Рады, что фильтр запечатанный. Очень все неплохо так выглядит. Ну, вот так вот он будет выглядеть в целом. 2,8 литра объем.
фильтр кувшин Сити. Так, переведем, посмотрим, что здесь у нас. 170 литров на фильтр хватает. В общем, если у вас есть ребенок, дети, это отлично вам подойдет. Фильтровать воду всегда будет очень даже полезно. Цена 204 рубля 90 копеек. Цена прям очень низкая. Такие кувшины в обычных магазинах стоят около 500 рублей. 2,8 литра объем. Такой вот соус вьетнамский. Манго соус. Так, к чему он вообще у нас подходит? Так, дата изготовления у нас 04.21. Срок годности у него, так я понимаю, около года, да? Так, 2 года срок годности. Ага, открыть в сухом месте. Так, выхранить в сухом месте. А к чему он подходит, не написано. Манго соус. Непонятно, к чему. Вот тут мясо нарисовано. Скорее всего, к мясу. Так, 500 миллилитров, 83,60. Напишите в комментариях, брали ли вы такой соус уже к мясу или нет. Очень интересно. Похож, если честно, на чили больше. Даже и крышечка такая же. Смотрите, завезли еще вот такое вот печенье. Изделие хлебобулочное, изюминка в ассортименте, 500 грамм. Т.Д. Берег, 126,50. Так понимаю, оно еще и с шоколадом идет. Вот видите, вот. Шоколад или изюм, что это такое, непонятно. Хоть на коробке, ты можешь почитать. Так, я подумал, уже никакой этикетки даже нету. Так, состав мука, так. Ага, масло растительное, соль. Овсяные хлопья, смесь кондиционных изделий. Творожный, изюм. А, это изюм. Это не шоколад, это изюм вот это вот. Я думал, если честно, шоколад. Так, цена 126,50, 500 грамм. Все-таки вот спагетти завезли, очень дешевые. Но выглядит прям, если честно говоря, как-то не очень. Вот смотрите, видите, разные цвета. Белая, темная, белая, темная. Может, упаковка такая? Сейчас посмотрим на эти. А, нет, это значит упаковка такая. А эти прям, смотрите, хорошие. Желтенькие макарошки. Спагетти. Так, 500 грамм. Срок годности при соблюдении условий 3 года. А у нас дата изготовления. Не вижу, где дата. А вот дата изготовления, блин. Совсем уже ничего не вижу. 20.21. До 22.07. В общем, срок годности еще годны. 500 грамм, 22.90 всего цена. Друзья, еще завезли вот такие вот луковые кольца новые какие-то. Со вкусом сметаны и лука. Извиняюсь, 150 грамм. А, есть еще какой-то вкус. Вот такие красненькие, со вкусом бекона. 150 грамм, дата изготовления 11.21. Ну, срок годности у них хороший. 8 месяцев, да. Здесь у нас на зелененьких тоже, да? 11.18. И здесь 11.18. В один день, то есть одна партия. Цена 54.90. И эти тоже 54.90. Вот гель-душ. Прелесть. Женский. Гель для душа. Прелесть. Малина и ежевика. Глубокое увлажнение, бережный уход. Био-прелесть. Ну такой, что-то он прям жидковатый, если честно. Как водичка такой. 1 литр, 105,50. И вот еще такой вот крем увлажняющий, тут со всякими витаминами. Вот это вот зимой, у кого кожа шелушится, вот отлично для тех подойдет. Витамин С, гиалуроновая кислота, в общем, всякое разное. Нежный крем для умывания всех типов кожи лица. 250 миллилитров, 52,50.